Давайте сегодня приготовим очень вкусный торт «Дамские пальчики». Для начала приготовим заварное тесто. Для начала растапливаем масло в молоке и подсоленной воде, не доводим до кипения. После просеиваем муку и замешиваем тесто. Даем тесту отдохнуть 10-15 минут и добавляем поочередно яйца, перемешивая. Через обычный пакет или кондитерский рукав выдавливаем тесто в форме пальчика. И выпекаем в духовке 20-25 минут при 190 градусах. Для крема смешаем сметану и сахар. После остывания каждой пироженки окунаем его в смесь сметаны и сахара. Сразу формируем форму. Для украшения растопила обычный шоколад и украсила в форме паутинки. Также его можно натереть. Даем тортику время стабилизироваться ночью в холодильнике, и на утро уже у вас будет очень нежный и воздушный торт «Дамские пальчики». Приятного аппетита!